окрыленные лучами солнца. Через 10 секунд зайду в тень, но не сама суть. Ведь я иду к Господу, к своему владыке, который создал не только вот эту плоть, из которой я существую, но и ту душу вложил, которая живет именно тем, чтобы помогать другим. Конечно же, хотелось бы помочь большинству людей, но это практически невозможно. Я надеюсь, все мои ролики, что я снимаю, даже самые некрасивые, самые уродливые, чтобы они приносили людям счастье, любовь, радость. Моя задача быть полезным, а главное — самому себе. Поэтому я сам просматриваю эти ролики постоянно. Счастья, удачи, люблю.